Пью-пью-пью, в общем, с вами Тимон, это хоррор, это капля, это... Я надеюсь, что это капля дождя будет, а не капля крови, как здесь нарисовано. И это кинопремия ужасов, и судя по загрузке, я не буду говорить даже, чья игра, кто создатель, вы создатель. Ну, правильно, кто создатель, да, как бы. В общем, давайте потихонечку, наверное, начнем. И... Ух ты ж твою мать, некоторые вот слепые на расстоянии, они вас не заметят, но не подходите к ним слишком близко, иначе вам конец. Зашибись, мне в хорре конец, это капец. Блин, топор, мужики, это... Твою мать, еще гвозди в нем какие-то. Что, твою мать, это такое? Я понимаю, что эта игра получила кринопремию, хотел сказать. Какую-то кинопремию ужасов. Ну, блин, ну не на такой же... Какой не на такой? Не до такой же степени. Ну, просто это у меня уже не первый хоррор, который я подряд записываю, поэтому... Если что, я знаю... Life Entertainment. Так, блин, да погоди, представляет. А, Entertainment, наверное, было написано. Представляет. Так. Ну-ка. Япона, мать. Это что это сейчас? Капля. А, это типа не в кино, что ли? Воу! Что? Что? Приглашение? Что? Игра... А, это типа мультик? Игра создана по мотивам российской кинопремии. Блин, я потерялся. Режиссер Виктор Буланкин. Гостиница «Россия», наверное. Разработчик Ванюха. Это был другой голос. Все, я адекватен. Я адекватен. Мне надо расслабиться просто. Я поэтому... А это вообще что, кино что ли как-то? Или что это? Играть как-то в это надо или что? Мужик, не ходи! Не надо! Ах, твою мать! Как это было? Это твою мать кино что ли? Или что? Я не понимаю, что... Я вот честно, я даже не управляю сейчас. У меня нет управления. Какого черта? Где дверь? Дверь вон у меня в этом, надо выйти. Вон она, рядом со мной. Какого черта? Я могу управлять-то, нет? Мужики? Твою мать! Гребаный манекен, я знаю, это ты! Я по-моему, это не игра, это кино, что ли, я не знаю. Вы просмотрели кино, кино, капля. Зашибись. А теперь я управляю, твою мать, манекен. Капля, манекен. И отсюда вот выпрыгнула какая-то чушня. И зашибись, и у меня нифига нет, да? Я могу? Я прыгать не могу. Бегать я не могу. И много-много каких-то мертвых... Твою мать, ног. Мертвых ног. И смотрите, какая гигантская капля уже. Мне это уже не нравится. Манекен. Можно я... Это тень манекен, твою мать. Может мне топор можно взять, нож? Нужен ключ? Спасибо, Ваня, спасибо. А здесь нужен ключ? Здесь нужен ключ. Можно я просто возьму топор и просто... Твою мать, я сейчас и сломаю игру. Так. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы посмотрите, что с ним не так. Где? Какой нафиг ключ? Вон это ресепсионисты долбанные вот здесь сидят. Наверняка у них здесь есть ключ. Только мне туда не пройти. Потому что я даже прыгать не умею, хотя у них там вроде навороченная картина. О, ключи! Вы подняли ключ. Спасибо! А, я не пойду туда. Все, знаете, я назад. Твою мать. Рогатый мужик. Рогатая женщина. Не знаю, что, кто. Нужен ключ. А здесь? Да подождите, проверим, может. Нужен ключ. Давайте проверим вот здесь. Я просто... Япона, мать, кто там? Манекен. О! Это же эти! Ученые мужи! Это кинопремия. Костя кто? Мандаринский, что? Мэндин? Ну, Мандаринский Мэндин, какая разница? Это какие-нибудь кинокритики, я там человека насадили, по-моему, куда-то. Ты режиссер? Ты программист? Ты кинокритик? Кто ты? Ич. Твою мать. Это типа как что, блин? Это пасхальная комната? Зашибись. Твою мать! Это твою мать манекен! Это твою мать манекен! Это твою мать мертвый человек! Уйди! Какого хрена тебе надо? А я не зайди нафиг, манекенище, твою мать! Он что, крутится, что ли? Твою мать. Я думал, это этот манекен, это новый манекен. Твою мать. Твою мать! Какого хрена? Я не хочу туда идти! Пожалуйста! Не надо! Можно я здесь забьюсь в угол и буду плакать? Все, хватит с меня. Все, я согласен, что это кинопремия ужасов! Давайте почитаем просто 18+, и
Международная кинопремия ужасов «Капля». Кекс. Что? 23-е, 24-е. Номер телефона, вот если кто хочет, позвоните. Так, можно? Твою мать. Да кто ты такой? Давайте так. Не работает. Зашибись. Я шикарен. Я поднял ключ. Вверх. Право. Право. Вверх. Твою мать. Спасите, помогите мне кто-нибудь. Волосы у женщины, по-моему, тут. Бернард? Что это, иконы? Что это такое вообще? Бляха-муха. Это просто искусствоведение просто какое-то, не знаю. Ух ты ж, твою мать! Твою мать! А может не наверх? Ребят, как-то... Может мне наверх надо? О, ну да, конечно, дверь наверх, ребят, ну чё, зашибись, неизвестная дверь на чердак, либо какой-то грёбаный склад в каком-то грёбаном доме, вообще капец выбор. Твою мать, давайте сюда, что ли, здесь книги вон есть, почитать можно, искусство, корабли, кораблеведение будем проходить, давайте сохранимся. Это просто, не знаю, может здесь в книгах что-то надо найти, может что-то... история искусства какого-нибудь там кинематографического. Волки. Твою мать, кто? Что? Кто упал? Где упал? Кто? Какая пианино? Вы о чем вообще, люди? Ой, туалеты, туалеты. Твою мать! Гребаный манекен. Я не боюсь тебя. У меня фобия на манекенов. Сортир. Ни хрена себе, кто-то обкакался! Прорвало, блин! По-моему, кого-то разорвало изнутри просто. Он наигрался в хоррор и его разорвало. Твою мать. Кто идет? Иди отсюда! Твою мать, твою мать! Твою мать. Б, какой Б? 9-й Б, что ли? 10-й Б? Мне надо вообще туда? Может мне туда? Знаете, хрен с ним, даже если мне туда надо, мне туда не надо. Я пошел. Что-то меня дергает вообще, смотрите, как я хожу, как дергает. Нужен... Да вы издеваетесь, что ли? Мужчина, не подходите ко мне! Я знаю, у вас есть ключ. Просто киньте его в дверь, я его возьму и уйду. Правда. Я не буду вам мешать играть на пианине. Мужчина, вас там нет? Давайте бегом, бегом, бегом. А куда мне надо-то вообще? Давайте налево. Шкаф? Нет, не шкаф. Диван? Нет, не диван. Срочно. Я застрял в трупе. Твою мать. Япона, мать, мужчина! С Нижнего Тагила! Беги, тварь! Удар! Какой проиграли? Я выиграл! Я вытерпел этот ужас! Скотина ты! А, что? А, что дальше? А. Ну, слава богу, у меня есть загружение. И все. Как бы, я понял, мне, короче, в тот комнату... В какую комнату? Блин, все, я заговариваюсь. Это какой-то второй или третий по счету хоррор уже. А я все еще... Какой все еще? Уже перестрался и... Блин. Заикаюсь, хотел сказать. Заговариваюсь. Пока не заикаюсь еще, но, по-моему, скоро буду. Да, это, по-моему... Это один из самых сложных хорроров, в который я играл. Вроде как и инди, а вроде как и хоррор. А вроде как и страшно, а вроде как и... Блин, капец как страшно. Ой. Да, я понял тебя. Entertainment представляет, да. А я типа загрузился? Так, я помню. Какого хрена? Какая пианино? Твою мать. Твою мать. Япона, мать, кот! Так. Твою мать, здесь ничего нет. Япона, мать.
Твою мать. Я понял, его надо гонять. Здравствуйте, мужчина. Идите, знаете куда, мужчина? Подальше куда-нибудь идите. От меня. Япона, мать, куда идти? Тварь. Прямо, 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 стол. Надо обойти его. Я знаю, это квест по обхождению столов. Твою мать, какие ключи. Так, давайте, может, шкаф все-таки. Может, как, я не знаю, темнота какая-то. Вот тут меня напрягает то, что, твою мать. Так, может быть, на трупе есть что-нибудь? Нет? Я просто не понимаю, куда идти здесь. Ключ, короче, должен быть в итоге, и в итоге его нет. Так, давайте, знаете... Так, давайте. Твою мать, он появился после того, как я трупа, короче, сделал. Так, тихо, тихо. Я помню, вы жуткий охранник, да? С госпиталя вы пришли. Топи, топи, мужик! Топи, он в сортир ушел. Сука, твою мать, простите за мат. Enter, 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 слышно, enter. F, enter, какой enter? Картина, твою мать. Нужен ключ, какой ключ? Идите в баню со своим ключом, я помню, что мне наверх. Сейчас мужчина придет, и я просто сделаю себе большую кирпичную... Я надеюсь, это загрузка. Что? Мало ли что может случиться, да никогда не сохраняйтесь в положении сидя, например, в вентиляции. Фиг вентиляция, какая каталка, какие скелеты! Харесс меня, блин! Совет номер два, блин, я понимаю, да, я уже согласен, это просто... Этот, скажите, самый жуткий жутик, который... Вот это в кино надо показывать, вот реально, вот это заснять, какого-нибудь комментатора посадить, и пусть он проходит эту игру и просто... Кто меня покоцал? Кто, блин, меня убил? Меня кто-то убил. Зашибись. Empty slot номер 2. Тут. Твою мать. Вампиры, твою мать, какая фигня, что это? Ой, как все плохо-то. Вентиляция, твою мать. А, присесть-то как? А, понятно. И твою мать, и чего? Как бы, нифига, да? Типа. А, мне еще вставать надо. Здесь забаррикадировано, понятно, туда нельзя. Я вас чисто понял. Я вас чисто по-мужски понял. По-мужицки даже, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой. Мужчины, не прыгайте на меня, пожалуйста. Не надо. У вас с зубами беда, опять же. Ой, что с коридором? Ну ты смотри, как он открыл на меня рот. Он зевает, и у него нет глаз. Так, не смотри на меня так. Чё? А чё я ору-то? Там просто кто-то топнул, разбилось стекло, и какая-то фигня произошла. Меня гонят прям сюда. Здрасте. Какая гостеприимная клетка. Ух ты ж, твою мать. Это кинотеатр. И там кто сидит? Там кто-то есть. Они же не просто здесь так, да? Чё ты играешь мне на пианине? Не надо мне пиани... Мужчина. Идите вы. Да тихо ты. Я сейчас, по-моему, сикаться уже буду, серьезно. Мужик, ты же меня не видишь, у тебя просто... Япона, мать! У тебя просто кресло-каталка. Такой... Что это? Тебя вырвало, что ли? Твою мать, крови, сколько кровищ там, коридор какой-то... Ой-ой-ой, как улыбается-то мне! Гребаный манекен. Не подходи ко мне. Топим, топим, топим. Что? Что здесь происходит? Где я? Твою мать, что это за раздевалка? Что? Валим. Пикет, найди скульптуру человека и открой вентиляцию. Ты издеваешься? Какая нахрен скульптура человека? Какая? Там вон. Скульптура человека. Вообще-то... Оу, япона мать. Это к... Это... Офигеть. Ну я затупил, ну ладно, с кем не бывает. Со мной случается. Ух. Офигеть, а где я сохранился-то? А, ну теперь я примерно знаю, куда идти. Уже замечательно. Помню я тебя! Стоишь тут он мне на вентиляции. Какой вентиляции?
вентиляции на этой, на каталке. Кстати, смотрите, у него это, кресло профессора Завьера. О боже, это профессор Завьера. Что с вами стало? Не, я помню, вы там умерли, но потом-то вы резнулись же, вы возродились и... Что это типа этот, скажите, манекен скелета? Это как в на биологии проходит, помню. Не направо, что ли, я не помню. Так, по-моему, вот сюда мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие страшные. Какие страшные все лица. Знаете, говорят, какие знакомые все лица. Какие страшные все лица. Мне бы вот взять сейчас и напиться. И ключ бы взять бы потрудиться. Вот оно что произошло тогда. Вот оно в чем загвоздка-то. Вот оно в чем пакость. Здравствуй. Я помню. Помню я. Сейчас выйдешь ты из моря прям. В дверь зайдешь ты поскорей. А я умру быстрее тебя. И будет все у меня окей. И получу я звездюлей. Здравствуй, мужчина. Я помню тебя. Светится он. Я надеюсь, он не умеет обходить. У него клешни, как у краба, я не знаю. Что это? Это краба-человек. Это человека-краб. Это твою мать. Так, помню я тебя! Не вылазь из клетки. Твою мать, мне вон туда. Я вижу тебя, улыбающаяся женщина. Не смотри на меня так. Мне нужна записка, я помню. Я все знаю об этой игре. Теперь уже. Сейчас какая-нибудь фигня должна произойти, я помню. Здесь не обойти. Офигеть. Блин. Я просто не знаю, что теперь тут край. Что я сделал? Что произошло вообще? А, во. Воу! Твою мать. Ой. О! А. А чё? Ноль жизек? Что? Мужчина, вы чё со мной сделали? Давайте... Твою мать. Это второй раз, когда я так сломал игру. Так, давайте загрузимся. Вон там, кстати, дверь открылась, по-моему. А, это типа я лежу, потому что... Хотел уже сохраниться. Не, ну это слишком. Это... Твою мать. И у этого мужика, я хотел сказать, у него афро, но у него вообще не афро, короче. Просто я хотел сначала сказать, о, у этого мужика афро. А потом уже понял, что это не афро, и решил признаться в том, что я хотел сказать, что это афро. В общем, я даже в этом накосячил. Я просто... Это опять лабиринт, и здесь опять много тупиков. И как бы все знают, что в этом деле я тупик. Мне всегда, вот, блин, здесь кирдык. Ладно. Совет 2. Я внемлю совету этого скелету. И ни одной, и 81 жизни у меня уже было, что нет. Это будет обзор на самосочиненные и провозглашенные. Я знал. Я видел. Второй раз я видел тебя. Я просто ждал, я хотел посмотреть, как это происходит просто. Так. Ты, тварь, сейчас идешь, да? Так. Мужчина, присядьте, посидите вкусное кино. Посмотрите. В смысле, посмотрите интересное кино. Посмотрите, поешьте попкорна, выпейте пепси-колы и... А я пока затоплю и просто... Чё он там блюёт? У него, по-моему, беда какая-то. Так, здесь надо будет, я помню. Как отсюда... Блин, я сдох, короче, у меня выносливость померла, короче. Давай ты беги, вот не видно ни хрена, почему? Даже максимальная яркость экрана, она просто не помогает. Давай. Нажалась, да? Давай ты беги, господи, чё ты такой? Какого чёрта? А что? Я думал, налево надо. Офигеть. Ух. Так. Понятно. Так. Ну, ой, так, сейчас просто соображу, как это
Ой, блин, передохну и соображу, как это все делается, как неправильно надо пробежать. Посмотрю, как он в серии, как он это делал. Разберусь и, в общем, вернусь во второй серии обязательно. Увидимся на канале. С вами был Тимон. До следующих встреч. Пока.